Давно это было, давно. За один день, вроде 12, что ли, был, 12, давно это было. Такого количества усопших работники кладбища не помню давно, буквально на днях. Здесь предали земле 22 человека. Районы и кварталы городского кладбища распространяются с неимоверной скоростью. Новых захоронений здесь становится все больше. Ограды, надгробные плиты и кресты видны с дороги. Места захоронений, уходящие вдаль, на фоне городских пейзажей, новые, появились после распространения пандемии. Какой загород? Загород? Ничего загорода. Тут уже не только здесь, поэтому... На этой умиротворенной земле свое последнее пристанище люди обрели в 2021 году. А ведь это только православный участок. Завтра 8 лет мы все стараемся, хотя бы половину выкопать, а то не успеваем. Не 4, не 5. Что касается коронавирусной инфекции и увеличения захоронений, то этот факт у нас присутствует. То есть в связи с этой эпидемией захоронений действительно стало больше. Разумеется, за последние два года покой здесь обрели не только жертвы пандемии. Однако и распространяющаяся коронавирусная инфекция унесла немало человеческих жизней, вместе с тем оставив свой неизгладимый след в судьбах тысяч людей. Внес COVID-19 свой вклад и в традиции прощания с усопшими. Никаких пышных процессий. Проводить умершего в последний путь приходят только узкий круг друзей и родственников. Сейчас определенных требований к захоронению нет, поэтому все хоронятся в обычном режиме, за исключением, если, конечно, смога, выдают уже тела закрытые, то есть у них, может быть, какие-то ограничения есть. Сейчас на городском кладбище, поделенном на 73 квартала, мест для погребения хватит еще года на три. Затем придется благоустраивать место для нового погоста. Но на данный момент управление земельно-имущественных отношений уже начало работу по поводу отведения земельного участка под часть городского кладбища. У нас есть городское кладбище, и за лесом вот там в поле будет новое городское кладбище. То есть население не за что переживать, это все на четком контроле. Все об этом знают, думают, работают. Без сомнений, свой вклад в заполняемость городского кладбища внесли несчастные случаи, старость и прочие болезни. Однако, согласно статистике портала «Стоп коронавирус», за минувший месяц в период с 29 сентября на территории Татарстана было выявлено 30 233 случая заболевания. Выздоровело 24 985 человек. 948 погибли. Данные статистики погибших от коронавирусной инфекции можно найти в открытом доступе. Для этого достаточно всего лишь зайти в интернет. Однако понимание того, что за статистическими единицами и нулями стоят реальные человеческие судьбы, приходит только здесь. Катерина Короленко, Фахри Исламов, Роман Мальцев, Н-Медиа.